Давайте продолжим наш разговор о системе. Еще один важный элемент системы, на котором спотыкается огромное количество сетевиков. Знаете какой? Люди. Большинство людей, и я в том числе когда-то, считают, что большой объем работы, большое количество усилий, времени, денег, вложенное в оповещение незнакомых людей, даст результат. Глубочайшее заблуждение. Незнакомые люди – это область обманутых надежд в сетевом маркетинге. Если ты ориентируешь свой бизнес на незнакомых людей, знай, потребуется колоссальные усилия, огромные вложения, масса времени и обязательное присутствие счастливого случая, чтобы ты преуспел. Только люди, которых ты знаешь, только люди, которые тебе доверяют и которым ты относишься хорошо. Из своих надо строить бизнес. Понятно, что они когда-нибудь рано или поздно заканчиваются, но в процессе построения бизнеса из своих, если ты активен, у тебя появляется масса знакомых людей. И еще один гигантский, гениальнейший, я не знаю, как назвать, кладезь такой, откуда черпать людей, это знакомые твоих знакомых. Знакомые твоих знакомых, знакомые знакомых знакомых. И вот так вот строится бизнес. Наступило время такое новое, оно довольно быстро пришло. И кто этого не понимает, тот допускает большую ошибку. Есть такой человек, известнейший человек в мире маркетинга, интернета. Его зовут Сет Годин. Зайдите в интернет, в Википедии, наберите имя Сет Годин, и вы увидите, кто это такой. Это автор многих книг. В 2004 году одна из его книг была признана лучшей деловой книгой журналом Forbes. То есть он гуру маркетинговых процедур в интернете. Просто специалист, крупнейший. И у него есть такая концепция, которая получила полное подтверждение практикой. Суть ее состоит в следующем. Что сегодня, в наше время, люди, закрывшись в кокон какой-то от массированного воздействия рекламы, особенно телевизионной, просто перестают на нее реагировать. Она, конечно, срабатывает, конечно, но требуются колоссальные усилия. И телевизионная индустрия рекламная завершила свой жизненный цикл. Все, конец. Сегодня, чтобы преуспевать, нужно пробираться к потребителю, к клиенту, к кандидату в партнеры в сетевой бизнес – через знакомство, через доверительные отношения, через хорошее обслуживание, через личные контакты. Это главнейший постулат нашего бизнеса. Вот так вот. Других вариантов нет. Поэтому все, кто пытается что-то там рассказывать мне о том, что они создают какую-то систему писем, что они там какие-то рекрутирующие сайты, которые выводят с помощью всяких разных технологий в интернете на первые места в поисковиках, все это, я вам скажу, все это детский лепет на лужайке в конечном итоге. Какое-то время это все шевелится, а потом это не воспроизводится. В этом нет дублицирования. Люди, которых набирают с помощью колоссальных усилий, не могут это воспроизводить. Точка. Только редкие-редкие птицы могут воспроизвести. А нужен массовое, чтобы легко и просто многие люди могли делать ваши действия. Поэтому, в качестве вывода, я 10 лет строил бизнес на незнакомых людях. У меня были такие всплески, когда я вдруг обращался к знакомым и помогал им, и вокруг, и в глубину шел, и на знакомых появлялась какая-то организация. Но поскольку я все время уходил от этого подхода, срабатывавшего подхода, опять к незнакомым, у меня все ломалось, рушилось, и я снова терял. Но когда я пришел в Intway, я построил весь свой бизнес только на знакомых людях. На тех, кого я знал. И через них я пошел, и это начало дублицироваться, и у меня быстро выросла организация почти в 40 тысяч человек. 37 или 36, я уже не помню. Потом, правда, это все рассыпалось по известным причинам. Не будем сейчас их обсуждать. И я сам высыпался оттуда. Где-то недавно я у себя здесь на блоге говорил о том, что языком трепать могут многие.
разговаривать умно, красиво, по учебнику, потоком выливать красивости на людей могут очень многие. Делом доказать, показать фактически на деле, как оно работает. Не в теории, а на практике. Как деньги делаются, как люди твои начинают зарабатывать деньги, как радость появляется, восторг, как энергия появляется от быстрого роста. Вот задача. И я вам скажу откровенно, меньше 2 недель назад я начал строить новый бизнес. И я высказался о том, что говорить-то хорошо, а вот показать на практике, научить на практике. Здесь я могу для каждого только сказать то, что я говорю. Просто сказать, и вы можете послушать и как-то это применять. Другое дело увидеть в контакте, скажем, ну вот со мной. Я провозглашаю, что я начал строить бизнес, и могу вам потом показать результаты. Это одно. Но я могу вам показать результаты эти изнутри. Если какой-то человек сильно хочет понять, как строится быстро бизнес, если какой-то человек хочет действительно научиться строить команду в сетевом маркетинге, если какой-то человек действительно хочет правильно выбрать компанию и преуспеть, то лучше всего посмотреть, как это делает профессиональный человек на практике. Если профессиональный человек, извините, облажался, то тогда вы получите прекрасный опыт, а он болтун. А если профессиональный человек действительно делает деньги, действительно строит организацию, причем быстро, эффективно, финансово, красиво, то есть прибыльно, и при этом он не рвет жилы, не надрывается, а живет полной жизнью, то тогда это такой большой опыт, это такое большое вливание в собственные знания и в собственную практику построения бизнеса. Одним словом, короче говоря, конкретно, если кто-нибудь из вас хочет посмотреть, как я это делаю вживую, то лучше всего смотреть на этот процесс изнутри. Что надо для этого сделать? Я вот сейчас ссылку внизу здесь брошу. Вы по этой ссылке зайдите ко мне на конференцию и послушайте, что я говорю. Как строится презентация. Каким образом подается материал о компании. И вообще, какова последовательность продвижения человека от малого к большему до принятия решений. Каким образом выстраивается система, позволяющая большому количеству людей дать минимум информации. И по мере продвижения части заинтересованных в глубину, к принятию нужного нам решения, им информация дозированно дается все больше, 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 больше. И как из этого выпадают или выковываются хорошие подготовленные партнеры, которые начинают действовать точно таким же образом. Или еще посмотреть, как работает инструмент, который я использую. Вот сейчас я завершаю работу над инструментом, который будет позволять каждому, кто будет работать со мной, имея точно такой же инструмент, почти в полуавтоматическом режиме, выполняя простейшие действия, строить свою организацию быстро, эффективно и в глубину, и в ширину. Короче говоря, приходите ко мне на конференцию, заинтересованные, но только не так, чтобы прийти и глупости там писать, типа «Не верьте Олегу Григорьевичу, он не так давно такой-сякой рекрутировал людей в другую компанию». Ну, бывает, все бывает, что меняет компании. Кто их не менял? Такова жизнь. Приглашаю только тех, кто хочет действительно по-серьезному научиться и начать, в конце концов, зарабатывать деньги. Но только те, кто работает в Intway, или как это сейчас называется, не помню, как называется эта компания, по-новому, я туда не записывался никогда. Кто работает, я специально не приглашаю, из этических соображений не собираюсь рушить ничей бизнес. Просто по-хорошему. Кому надо, приходи, кому не надо, оставайся там, где есть. Уважаю выбор каждого. До встречи.